Притча о талантах слышали мы сегодня. Это 25 глава Евангелия от Матфея. Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне», а другой 2. И показывает этим, что он доставил им случай получить выгоду и благодарят его, все ему приписывая. Что же говорит на это господин? «Хорошо, добрый и верный раб, так как заботиться о пользе ближнего свойственно доброму. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Этими словами он показывает полное блаженство. Но один из них не так говорит: «А как же? Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Что же сказал ему господин его? «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим». То есть нужно тебе было с ними посоветоваться и уговориться. Но они не слушают меня. Это не твое дело. Какие слова могут быть снисходительнее? Люди не так поступают, но самого взаимодавца заставляют требовать. Царь не иначе. Он говорит: «Надлежало тебе отдать, а истребование представить мне. Я, придя, получил бы мое с прибылью, разумев лихву, проповеди, явление дел. Тебе надлежало сделать более легкое, а мне оставить более трудное. Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и тот, что имеет». Что же это показывает? Кто получил дар слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит и самый дар. Напротив, кто родит о нем, получит еще больше, нежели тем, как тот теряет, и тот, что получил. Впрочем, празднолюбство, кроме этой потери, ожидает еще невыносимое мучение и вместе с мучением приговор о страшного осуждения. Негодного раба, говорит он, выброси во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Видишь ли, что не только хищник, любостяжатель и делающий зло подвергается ужаснейшему мучению, но и тот, кто не делает добро. Итак, будем внимать словам этим, пока есть время. Будем стараться о нашем спасении. Одетый в нечистое платье обвинил самого себя, и однако же не получил никакой пользы. Имеющий 1 талант возвратил веренное ему серебро и был осужден. Умоляли также и девы, приступали и стучались, и все тщетно и напрасно. Итак, зная это, употребимы деньги и старания, и покровительство, и все на пользу ближнего. Под талантами здесь разумеется то, что находится во власти каждого, или покровительство, или имение, или научение, или что-нибудь подобное. Поэтому никто не должен говорить: «Я имею 1 талант и ничего не могу сделать». Можешь и с одним заслужить одобрение. Ты не беднее, чем вдовицы, не ниже по званию Петра и Анна, которые были из простого народа и необразованные. Однако за то, чтобы были усердны и делали все для общего блага, получили небесное наследие. Подлинно ничто так не любезно Богу, как полезное для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, чтобы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для пользы ближнего.
Слово нужно нам не для одних только песнопений и благодарений, но полезно и для научения и утешения. Если таким образом пользуемся им, то соревнуем Господу, если же напротив, то дьяволу. Так и Петр, когда исповедовал Христа, назван был блаженным, как сказавший по внушению Отца. Когда же он устранился Христа и отрекся, то был жестоко укорен, как поступивший по наставлению дьявольскому. Итак, если за слова, сказанные по неведению, такое осуждение, то какое заслужим прощение мы, когда во многом погрешаем произвольно? Будем же говорить так, чтобы само собою видно было, что мы говорим слова Христовы. Я не тогда только произношу слова Христовы, когда говорю «встань и ходи», и когда скажу «Тавифа, встань», но и преимущественно тогда, когда, будучи злословим, благословляю, и когда, будучи оскорблен, молюсь за оскорбившего. Прежде я сказал, что язык наш есть рука, касающаяся ног Божиих. Теперь же еще более скажу, язык наш подражает языку Христову. Если прилагает надлежащее старание о том, чтобы произносить угодно Ему, какие же слова по Его воле мы должны произносить? Слова, преисполненные милосердия и кротости, подобные тем, какие Он произносил к Своим оскорбителям. «Во мне беса нет», — говорил Он еще. «Если я сказал худо, покажи, что худо. Если ты так говоришь, если говоришь для исправления ближнего, то имеешь язык, подобный языку Его». Аминь. Воскресение Христово видишь, поклонись святому Господу Иисусу. Отца и Сына и Святого.